мы сейчас с мамой приехали в московский зоопарк. И если вы не были еще в московском зоопарке, то вам будет, мне кажется, достаточно интересно посмотреть, что здесь есть. И давайте я начну вам уже все показывать. Смотрите, здесь лебеди есть, потом вот такие уточки рыженькие. Очень много разных красивых. Здесь лебеди, домики. Ну, чешет. Такой классный. Один спит, а другие чешутся. Ну или моются. Домики есть разные. Здесь есть разные камушки. Всякие такие. О, смотрите, прикольно. Такой маленький как бы прудик, что ли. Ну, прикольно сделано. Смотрите, домик, и на нем есть разные сколько рисунки. Сколько метров каждый? Видишь, слон 3,4, жираф 4,5, фламинго 1,4 метра роста, носорог 1,9. Прикольно. Здесь тоже рисунок. Ой, смотри, не было, по-моему, раньше такого. Куда идти? Нет, этого не было. Я тут давно уже не была. Это архи... Чего это? Археоландия какая-то. Не, пауков я не пойду смотреть. Даже ради подписчиков. Вам, дорогая, не надо. Вон сувениры написаны. Где? А, вон, видишь? Вижу. Может, смотри, пойдем сувениры? Это а, это на пожертвование собирают, да, денежки. Сувенирная лавка. Пойдем? Ну, пойдем. Посмотрим. Вон здесь паучков можно посмотреть. Но мы туда не пойдем. Не знаю, я боюсь как-то пауков, хотя они там, ну, в этих домиках своих, но все равно. Не пойду. Зашли в лавку, где продаются разные сувениры. Такие. Тут есть шарики. За 100 рублей. Вот. Вот, видите. Животные разные. А тут еще можно кого-то посмотреть. Потом еще какие-то есть. А, это значки маленькие. Смотрите. Красивые какие. Здесь разные. Московский зоопарк. А, 50 рублей. Это что такое? А, вот буклет. 10 рублей. Прикольно. Вот этого пятнистого. Вот она, сувенирные монеты. 100 рублей. Можно разную выбрать. Я не знаю, можно ли тут выбрать? Что-то она не листается. А, ну купить, наверное. Сюда надо 100 рублей положить и купить монету. Зачем она валяться? Что-то еще здесь есть. Ну-ка, отойди, пожалуйста. Обезьянки разные. А, открытки. Там грелки, я так понимаю. Динозаврики. О, тарелки даже внизу есть. Прикольно. Дальше. Что здесь? Давайте посмотрим. Вот. Что-то здесь. Еще не могу ближе сделать, уже очень близко сделала. Полина. Ух ты, ну такая цена. Но цены тут, конечно, рассчитаны на то, что тут все родители добрые. Ну да. О, прикольные такие. Ежи. Мягкие. Вот, пожалуйста. Уже противно. О, да. Это паук. Цыпляк он какой. Да, пошли. Цыпляка как настоящий. Что здесь есть? Смотри, какие красивые. О, прикольно. Я такой даже домой хотела. Наверное, не будет видно, но я постараюсь сейчас, секунду. Как-то сделать. Нет, не получается. Так, что здесь у вас? Вообще никого. А, вот, здесь написано. Или диски, а он там ходит, на улице. Нет, опять на улице. Ходит, болит. А, значит он там. Ух ты, это кто такой? Не знаю, понимаешь, сейчас скажу. Прикольный, только кто? Я Гуарунди какая-то. Прикольно. Плюш на главное. Ага. Вот оно надо. Надоело, скажет. Вон идет, идет. Ой, страшная это какая-то. Пойди. Миленькая. Кошечка. Какая, смотри. Ага. Прикольно. Кис-кис. Тут еще что-то. А, и выход, да?
Вот это классная штука. Вон они хорошие сидят, палочки. Вон она спит, красивенькая. Смотрите, такие две, очень миленькие. Такая рыжая-рыжая, вообще классно. Очень красивая. Красная рысь. Вон она. Спит. Тут тоже кто-то живет. Вроде бы. Типа кормят. Подманивают. Красавица. Кто? Рысь? Это... Попробуй, найди. Да. Вон привет. Она. Красавица. Или красавица. У них тихий час. Ой, это другой уже. А тут кто? Где он? Ты где его видишь? А, вон он наверху. Ну, открой глаза, мы приехали. Спит. Ух ты, музыка. Тихий час. Рысь! Ой, красивый какой! Где ты его? Ох ты! Леопард! Смотрите, рыженький. И все спят. Вы что, сговорились, что ли? Ну что ж такое? Леопард. Да. Такие леопард. Клеточки. Так, длина тела 136 сантиметров. Весит 48 килограмм. 48 в неволе живет до 20 лет, кстати. Вот так. Что вот там, какие-то птицы? Птицы обычные, сами по себе живут. И да. У нас везде живут. Ну да. Тут вот, а тут смотри, какие-то еще есть птички. Вот. Очень странно, почему-то их нету. Одни голуби живут, кажется. Ух ты, какая киска! Где ты? Да, о, вон вот она. Это, да, вот это я понимаю. Сейчас покажу. А, она ушла, ну замечательно. Ничего, вон зато вторая идет. Ух ты, идет. Какая киса, смотрите. Кс-кс-кс-кс-кс. Ну не уходи, хоть мы тебя снимем. Ой! Кс-кс-кс-кс-кс. Вот ты красивый! Какие у тебя лапы красивые! Красивые! Ух ты, какая киса! Поняли? Вот так вот. Во какая. Нет, почуял ребенка. Да. О, это пума. Да, да. Пума. Ничего себе пума. Какая? Какая-то злючка. А вы знаете, наверное, не ребенку. На коляску отреагировала. Вы же подъехали, а ему это не понравилось. Потому что дети стоят, да. Эй, какая пума. Пумочка. Что тебе не нравится? А? На коляску, да, опа, да. Вот сейчас сюда пойдет. Давай, иди сюда. Киса. Так. Какая вон киса. Вон она идет. Привет. Какая ты красивая. Или красивый. Неважно вообще. Да. А тут кто? Тут нету никого. Гепард? Да, живет до 18 лет. Вот, гепард. Я вам буду показывать таблички, где возможно. Хороший. Ну ты будешь вот идет. Красавица. Или красавица, без понятия. Ну и классный. Красивый. Туда-сюда. Туда-сюда. Как на подиуме, ё-моё. Так, дальше пойдем. Вот тут это писец. А где писец? Какой-то писец. Пуфик. Пуфик, пуфик. Пуфик. А где пуфик? Пуфик ушел. Смотри, он такой беленький. Писец. Нету никого. И здесь. Они, кажется, все в домике. Вот, красный волк. Ух ты, какая красота. Смотри, лезет еще нормально так. Киан. Киан. Это типа осел, что ли, какой-то? Это лошадь. Смотри, позирует и все. Семейство лошадиное. Ну, красивый. Большой ослик. Ух ты. Смотри, прям стоит нормально так. Большой. Плешивенький-то как. Слушай, красивый. Ну в этом доме я бы жить не хотела, конечно. Я им не завидую. Красивенький, хорошенький, да, хорошенький.
какой-то тренд. Нормально. Вот хороший, да, красивый. Будешь говорить? Ух ты, смотри. Да. Лама, что ли? Ага. Нет, это не... Как она? Альпака. Ой, или альпака. Альпака. Рыжики, черненькие. Отсюда отвернулся. Черненький, коричневый. А его на этот серенький. О, это альпака? Весь шапка из альпаки. Лежит так, такой. Не надо говорить ему это. Что у вас сейчас чувствует? Наплюет. Ой, ты какой красивый. Какие зубы. Смотри, язык показывает. Что ты делаешь? Да, да. А глаза-то посмотри какие. Да, там вот она. Зубы, у этого зубы. Показывай. Как кролик. Как кролик. Семейство кроликов. Этот отвернулся. Дальше. Ух ты. Это еще кто такие? Ой, у этих, смотри, прямо не домик, а замок какой-то. Да кто такие вообще? Что-то чешется. Этот ест стоит. Они все чешутся. А, еще два. Ну и что? Ну пахнут, конечно, ужас. Вот они. Домашний як. Во какой. Домашний як. До 1 тонны вес. Да. Что-то вообще животных нету. Родственники домашних собак. Ух ты. Да, вот это вся родня. Смотри, чиха. Финёк, собака, домашних собак. Обалдеть. Родственник волка, чиха. Очень приятно. У нас дома живет волк. У нас дома живет волк. Тут вообще никого нет, клетка пустая. Тут кушать можно. Нет, слушайте, или никого нет, их действительно просто нет. Или они ушли куда-то. Или какой-то карантин. Почему нет? Ведь сейчас не жарко. Ух ты, там же наверх можно. Конечно, это второй зоопарк. А капает дождик, начинается. Ну, замечательно. А вот это вот, это дельфинарий. Мы никогда не были в дельфинарии. Потому что когда мы приезжали, вон, можно посмотреть. Надо ждать время. Ух ты, там птичка. На одной горячая лапке. Кукуруза, хот-дог, сахарная лапка. Лапка. Сахарная лапка. Вот. Там птичка. Это журавль. Это журавль. Красивый. А вон второй. У них, видишь, бирочки. А там и нет никого. Дождик пошел. Ух ты. Смотрите. Ух ты, какой красивый. Так, дальше кто здесь? Тут пусто. Там давай тоже что-то. Пропустим, пойдем сразу к животным побольше. Ну пошли. Потому что. Там нет. Там пингвины. Дом птиц. Ух ты, помнишь пингвины? Да. Ну пошли, пошли. А где пингвины? Там? Ну вон там, наверное, за стеклом шоу. Шоу пингвинов. А тут кто? Тут вот. Чего? А, вон эти птички. Просто хочется до дождя как бы попасть бы к большим этим животным и к обезьянам еще. Ну пошли к обезьянам. Он какой. Бело-черный. Аист. Да, сейчас. Вот. Вон он. Точнее, вон они, там их два. Дальше. Тут пусто опять. Могли бы кого-нибудь запустить в эту клетку. Ну что ж такое. Так, здесь у нас паучки есть. Идемте дальше. Тут надо наверх подниматься. Вот. Погода не очень-очень обидна. Потому что все-таки дождик начался. И, ну, неприятно в дождик, да еще и в такой холод гулять. Так, здесь дальше уже какие-то другие животные есть. Мы наверх поднимаемся сейчас. Покажу вам кого-нибудь. Тоже пусто. Здесь должны быть эти пингвины, по-моему. Но их тоже нет.
там слоники. Дельфины разве там? Ну вот, видите, давно здесь не было. Ой, смотрите. Сейчас вам покажу, во. Какой красивый. Идем слона. Идем к слонам, да. Вон, там даже знак слон. До конца. Вот, сейчас вам покажу слон. Здесь уже в помещении не так, наверное, будет холодно. Надеюсь. Пойдемте. Тут ничего такого не стоит. Вход. Ну, правильно, вход. Так, дверь. Открываем. А, на себя. Зори. Ух ты. Аккуратно. Я вижу ступеньки. Ну, пахнет, да, слоном. Хорошо, что не передает запах. Да. Здесь сразу есть что-то написано еще. Ух ты. Рисует. Прикольно. Ты что за красивый? Смотрите, это кто там? Ричик. Ричик. Итак, кто это такой? Брюса. Вот. Роман. Такой маленький, один живет. Да. Тут рисунки. Скажи, да, подписчикам, рисунки. Хорошо, что они не чувствуют этого запаха. Это ужас. Какие-то еще штуки. Вот, для детей. А, наверх надо? Вот это, да, смотрите. Какой огромный. А вон еще. Нет, там два их. Вот там. Их два. Здесь журавль. Два. Вон еще. Ух ты, смотрите, кто это? Маленький такой. Вон там, ух ты. Ну это морж, наверное. Плавают. Либо два, или это один. Без понятия. Ух ты. О, два, да. Прикольно. Два, да. Вот они, вот они. Смотрите, здесь волк, тут какой рог. Красивый. Он просто не перепрыгнет. И ток. А здесь ток. Обалденный какой. А вон второй, он чуть поменьше, так понимаю, или нет? Такой красивый. Серый. 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 Как тебя зовут? Молчара. Красивый. Что, прыгайте у меня сейчас? Ух ты, какой. В общем, собака как собака, пошли. Красиво как. Чуть не особо видно вам вот. Статуя такая огромная. Вот видишь, старые территории, а там новые. Какие? Два. Эти обезьянки. Там папа спрятанный. Он за столбом. Мама и сынок или дочка. Да, вон там он сидит. Прикольно. О, какие красивые. Ой. Они плавают, а мы плывут. Дра какая. Раз такой, пошли обратно. Вон, смотрите, там лебеди. Вот есть белая, есть он черная. Тут какие-то еще птицы. Ну, вроде бы птицы. А, кто? Корза какая-то. Корза. Вон она. Ее не особо видно за стеклом. Сова. Белая сова. Белая какая. А вон там вторая. Ближе вообще не могу. Красивая какая. Какой красивый. Белый ему медведь. Хлеб дали, он видит, что это вороне отдают еду свою. Ну, сытный. Здесь орлы. Там вроде бы тоже еще кто-то или нет? Нет. Вверху только. Вот. Здесь есть два. Такие красивые сидят. Вон третий. Язык показывает. Куба по мордасу. Там два. За что-то по морде дали ему. Какой? Ух ты! А класс какой, смотри. Ух ты! Ну, он убьет почему-то.
драчун, однако. Ага. А, там маленький, что ли? Там маленький, на нем болит. Два. Там три. Прикольно. А вон еще даже три. А, смотри, чистит его. Да там маленький, у него вон сидит, она рукой закрывает его. А, да, маленький. Конечно, папа, мама и мелочь пузатая. Только родился надо недавно. Они и закрывают. Представляешь? Любовь целует. Ой, вообще. А вы говорите, обезьяны, обезьяны. А папа смотрит на всех. Попробуй подойди. Быстренько, ага, да, начисти. Задумался, о чем-то думает. Мандрин. Вон какой. Как надо человек с... прям, да, сидит. Сочиняет там стихи. Надо же. Вот вам нога, понятно? Показал тебе. Чешите мне пятку. Попу показал. Сколько? Вот, сидит, смотри. Вот, Анька, не был бы за стеклом, как у... Молотил бы тебя по щечу. Да. А меня в клетку чуть не затянули в мантикор. Друзья. У меня волосы. Вот вам всем. Что они взяли за волосы. Да. Меня еле отобрали там эти. А видишь, здесь маленький, наверное, поэтому они охотно. Подобрал вот. Это самый старший, наверное. Не, он там здоровый, он есть еще постарше, наверное. Да? Это он вообще. А, да, бывает. Да. Наверное, самец. Смотри, бутылки грызут. Ну, какие? Какой тут беспорядок устроили, а? Это лемур. Вон они. А где они? Ну, вон они. Ну, что вы так далеко там спрятались? Вообще у них там чистота. Обезьянка очень вон, маленькая. Вон, вон, там вон. Да, а вот прыгает. Такие вообще не видно. Очень свой. Маленькие. Такой маленький. Малыш какой. Еще один. Так, 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 быстрый. Так, так, так. Да, да. Опаздываю, опаздываю. Электричка не пришла. Все, все, опоздание. Так, так, так. Суета, суета. Ты такой быстрый. Остановись. У тебя голова уже закружилась. Так, тут кто у тебя еще живет? Нет, наверное. Нет, ну, все бежит. Ты же прыгаешь. А вон обезьяна там. Куда ты опаздываешь? Это куда ты опаздываешь? Засуетился. Интересно, что сколько там? Он так километров это проходит? Броненосец. Так фотографировал. Да, успей его фотографировать. Все, пошел думать. Какой большой обезьян. А он там есть снизу. Вон. А, вон. Спрятался. Выше. Что-то подбирает там. И второй ушел есть. Морковь, что ли? Ну, какой красивый. А он висит. Ну, это с той стороны. Ух ты. Главное, он нас задней лапой держит. Морковку. Ага, морковку. Да. Собирает. Привет. Ух ты, какой. Ой, ты какой красивый. Рыжий. Смотри на нас, пожалуйста. Бесплатно не позирую, да? Второй такой. Подбирает. А этот, смотри, с колесом играет, с шиной. Ага, да. Вот там качается. А это что-то там, ух ты, жирный. Сеном себя укутал. Ага. Новая мода. Красивый, большой. Дерутся. Еще обезьянки. Одна вот там лежит, качается, да, видишь? Ага. А он еще один качается там. Накачает. Там на не наверху спрятан. Позирует такой. А, так. Опаньки. Опа. Развлекает. И себя, и за ручку вот так. Красный, красную ковровую дорожку. Позирует прям. Да, 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 да. А его все фоткают. Ну тут звезда. Малышный хоккейник. Тут еще малыши есть. Нет? Да, она закрыла. Мол, это, он там с той стороны. Если да, может, спирать, там. У нас просто если отойдешь. Маленький. Он там сливается практически. Ага. Он такой хорошенький, маленький сидит. А вон еще внизу. Обалдеть. Ух ты, какой ты большой. Ты что спрятался? Он тут сидит.
Кинг-Конг. Вот это Кинг-Конг настоящий. Там так, какие-то мелкота. Какой есть. Обиделся. Обиделся. Ну вот, в принципе, и все. Больше здесь нечего показывать, потому что половину вообще не сидели в клетке, половину спали. И, ну, нечего вам больше здесь показывать. Только вот показала старый зоопарк и новый. И сейчас мы уже к выходу с мамой идем. Ну и, наверное, все на этом. Так что, если, конечно, еще будет дополнение, то обязательно сниму дополнение. Но, в принципе, на этом было все. Надеюсь, что вам это видео понравилось. Возможно, оно будет маленьким, но все равно я старалась что-то показать, потому что я ни разу вам не снимала влог зоопарка. Вот. Ну и на этом было все. Всем пока.